Здравствуйте, вас приветствует watervillia.ru и наш канал про нимфеи. Вот я решил повторно снять видео, как правильно разделить нимфею, когда нужно это делать, сейчас все расскажу подробно. В предыдущем видео просто было качество звука не очень хорошее, как бы. Сейчас хочу вот рассказать, как с минимальными потерями лучше все разделить. Это вот нимфея Гонер, или Жонери, как ее называют. Ну вот, она уже переросла в 20-литровый таз. То есть, как можно определить, когда делить нимфею? Некоторые говорят, каких-то точек роста должно быть 5-6. На самом деле, чем больше точек роста, тем обильнее цветет нимфея. Тут ее надо делить, потому что первый признак – это то, что она уперлась в край горшка. Видите, вот тут уперлась, тут осталось немного расти, вот тут вот уперлась. Как бы, ну вот, сейчас мы с минимальными потерями ее поделим. Что вам необходимо для этого? Это садовый шланг с пистолетом, потому что первым делом мы будем размывать верхний слой земли, чтобы увидеть, как идут, как располагается корневище, как идут отростки. Ну, вот, также перчатки, ну и, соответственно, подготовить садовую землю для пересадки и удобрения. То есть удобрение лучше всего использовать пролонгированного действия. Самое лучшее — это осмокод, стандарт ХАЙК, калийно-фосфорное, обязательно пролонгированного действия. То есть если вы будете применять азотное удобрение, у вас будет страдать цветение, будет просто идти листва. Ну вот я специально хотел рассмотреть самую сложную ситуацию, это когда весь горшок в деленках. Вот смотрите, некоторые делят лопатой. То есть при делении лопаты как бы могут пострадать. Видите, вот выходят еще вот деленки. Вот боковые. Вот можно как бы ранить их. Смотрите, самое главное, определяем самую массивную точку роста. Как бы в этом случае это вот это вот, вот направление. Вот корневище. То есть тут раз, два, даже три, четыре точки роста, которые растут в ту сторону. Вот смысл какой? Нам нужно отделить все, кроме вот этого, вот этой части. И эту часть оставить в горшке. Остальное можно рассадить. То есть рассматриваем. Смотрите, тут понятно. Будем делать надрез вот так. Вот эту посмотрим отдельно. Как бы маленькую точку роста. То есть будем отделять. То есть основное вот отделяем. Тут получается тоже корень большой. И две маленькие. Два маленьких отростка, две маленькие точки роста. Ее можно будет отдельно посадить тоже уже там, допустим, в 60-литровый горшок. Потом будем отделять вот эту часть, вот эту группу. Тут буду внимательно смотреть, потому что вот пальцем прям тыкать. Вот он, корень идет, видно, где резать. Вот. Также вот эту часть. Тут будем отделять, стараться, чтобы вот сохранить вот эту точку роста и вот эту. То есть сдвоенные. То есть не нужно делать так вот, отсаживать одну. Во-первых, у вас цвести будет хуже. Лучше всего отделять группой. То есть тут я посмотрел где-то 3-4 группы. Сейчас я начну отделять и продолжу. Так, вот смотрите, я сделал надрез вот так. Вот в этом месте пристыковка была корня. То есть вот это вот отросток. Ну вот, и вот так вот. Вот, сделал надрез. Теперь берем аккуратно двумя руками. Я просто уже заранее вынул. И вот достаем вот такой вот ком земли. Вот, смотрите, это вот корневая. Вот надрез. Все видно. Как бы раньше я надрез обрабатывал углем. Сейчас понял, что нет смысла, как бы, ну, особого. То есть нимфея также спокойно переносит. Дело в том, что в других растениях, может быть, и стоит обрабатывать, но дело в том, что вы сейчас это будете сажать, и уголь смоется, как бы, заживляющего и дезинфекционного эффекта, дезинфекции никакой не будет. То есть вот этот вот кусок можно будет спокойно сажать в отдельную емкость. Ну, допустим, взять, тут, правда, старая емкость, но это не важно, вот берем емкость, вот она у вас будет вот так вот посажена в шестерке. Обложить землей, насыпать удобрение, это я позже чуть покажу. Дальше вот аккуратно нащупали, вот отсюда растет вот этот кусок,
Так, вот еще маленькая деленка, но ее придется, скорее всего, отрезать позже, потому что она мешается. Вот сейчас будем делать надрез тут вот. И вот так вот. Вот я показал. Вот раз, два. Чтобы вынуть вот этот вот кусок. Так, ну вот я сделал надрез ножом. Берем аккуратно рукой. И вытаскиваем еще один кусок. Вот видно, видите, аккуратненько отделил. Вот видно место среза. И вот, смотрите, тоже вот такая нимфея практически не пострадает. Она уже в этом году будет обильно цвести. Тут, видите, три точки роста. Вот такая вот получился. Тоже откладываем. Лучше всего в процессе деления, я просто сейчас снимаю видео, подготовить таз с водой. Ну вот, и нимфеи на самом деле вот такие куски класть в воду. Особенно это нужно делать, когда яркое солнце. И пока вы не пересаживаете, то есть можно накрыть мокрой смоченной тряпкой, чтобы листья не подсыхали. Так, дальше приступим к нашей нимфее. Сейчас, смотрите, вот эту мелкую пока я трогать не буду. Сейчас у меня задача стоит, вот это растет в эту сторону. То есть найти рукой на ощупь вот корневище. Я нашел. То есть мне сейчас нужно будет отрезать вот эту вот часть от основного корня. Это все можно вот на ощупь. Вот он, корень идет. То есть вот щупайте, вот. То есть место реза вот тут. Вот режем его тут вот. Ну вот я разрезал. Вот получился вот такой вот еще один ком с нимфеей. Вот видите, вот место реза. Точки роста не поранил. Если бы лопатой делали, то поранили бы обязательно. Промахнулись. Вот, допустим, такую нимфею можно сажать тоже в отдельную 20-литровую емкость. У нее 4 точки роста. Как бы она минимум пострадала, потому что, видите, вот корневая вся есть. То есть ее можно пересаживать, она в этом году однозначно зацветет. Вот, осталась вот такая вот нимфея, которую мы обратно сейчас в 20-литровый контейнер посадим. Уберем со дна всю старую землю. Сейчас я покажу все это. Так, ну вот я освободил контейнер от земли. Вот эта земля уже не используется. Тут все в корневой. Значит, достали нимфею. Вот смотрите, берете эту нимфею, она расти будет туда. Вот точки роста. Кладете ее на бок. И примерно сантиметров там 3-4 обрезаете ножом. Дело в том, чтобы сюда положить свежий грунт и под грунт, сверху грунта рассыпать удобрения. Сейчас я это сделаю. Ну вот, на дно я положил грунт. Да, грунт необходимо подготовить. Это на самом деле суглинок. Набираю ее с полей рядом с сокой и замешиваю с помощью бетономешалки. То есть до состояния густого-густого теста такого. Вот оно. Вот такое. Для чего это делается? Чтобы, во-первых, земля не проседала, а во-вторых, не вспучивалась. Потому что если так не делать, между как бы комками земли будет воздух, и будет идти процесс брожения, гниения, земля будет спучиваться. При вот такой посадке этого не будет. Значит, соответственно, вот как я говорил, я отрезал вот такой вот кусок. Тут нижняя корневая, как раз все это будет выкидываться. Значит, вот берем нашу нимфею. Не очень удобно, конечно, одной рукой. Так, и вот как мы ее располагаем, смотрите. Вот. Вот расположили. Расти будет туда. Расти будет туда. Все точки роста направлены. То есть прижимаем по максимуму к этому борту. Секунду. Вот так. Значит, да, забыл я внести удобрение. Значит, нужно перед этим, перед тем, как ее ставить, внести удобрение. Значит, берем осмокот, 20-литровый горшок, 100 грамм.
равномерно насыпаем на дно. Вот. И уже ставим сюда нимфею. Прижимаем ее к этому борту. И вокруг уже обкладываем землей. Ну вот что у нас в конечном итоге получилось. Вот такой пересадки хватит на 2 года. Ну, так как нимфея Жонари, Гонер, она достаточно компактная, медленно растущая. То есть через 2 года эту нимфею будем снова делить. Вот самое главное, не используйте сыпучий грунт. То есть его нужно подготовить до состояния густого-густого теста. Используйте только хорошие удобрения, проверенные, то есть на которых написан НПК состав. Нужны калийно-фосфорные удобрения для обильного цветения, для лучшего укоренения. Ну вот, и, соответственно, вот то, что осталось, вот, остались еще растения. Вот эту можно посадить 20-ку. Сейчас я покажу примерно, как это сделать, вот, чтобы видео не растягивать. Вот. Вот 20-литровая емкость. Вот, смотрите, ее нужно сажать примерно вот так, если вы не хотите отделять эту точку роста, потому что, видите, точка роста — это откуда идут новые листики. Это вот растет в эту сторону, основная будет расти в ту сторону и боковая. То есть можно вот так вот ее посадить, то есть и тут будет место для роста, и тут будет место для роста. Но я на самом деле вот эту точку роста отделю и посажу нимфею, приткнув сюда вот. Вот. Я это делаю с точки зрения, что вот это вот пойдет на продажу. Вам не советую. То есть оставляйте только точек роста, потому что цвести будет намного обильнее, чем вот эти две, допустим. Тут 4 точки роста. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш видеоканал. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отмечу.